Ни свечи, ни обряды и ни здания, ни пастор, ни священник и ни крест не назовутся церковью по Писанию, будь то Киев, Иерусалим, Ефес. Но церковь в Слове Божьем – это люди, столь разные, но кроме лишь того, что Господа Христа всем сердцем любят, не представляют жизни без Него. Они в общении, открытом, чистом, в служении ближнему, в несении бремен, неясным прихожанам и туристам. Вот церковь, что с апостольских времен. Слова «любовь», «участие», «вспоможение» не ради внешней светской красоты. Коль жизнь по слову каждого стремления, то жизни этой налицо плоды. Господь, благослови, чтоб церковь ныне не огорчала Духа Твоего, чтобы была в единстве, вере, силе, до самой встречи, встречи с женихом. Слава Богу. Також наша групка підготувала псалом, псалом про Біблію, хоча тема сьогодні – церква. Вчора Володимир Васильович зібрав нас ненадовго, і ми думали, як же ж так, пісня у нас про книгу Божу, хоча тема служіння не та. І ми зрозуміли, що насправді все те, тому що і в пісні, ви її гарно знаєте, буде про те, що спілкування автора з матір'ю, воно було побудоване на Біблії. Так само, як і тут в церкві, наше спілкування побудоване на тому, що ми бачимо в Слові Божому. Читала мне тогда, не забуду никогда, как нам было с нею мирно хорошо. Вот святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем, чудной родине, где ждет Господь меня. Во Спасителя Христа все читала мне она, как любил, страдал и умер на кресте. Со слезами слушал я, помни это за тебя, говорила мать, храни его в душе. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь правым путем, чудной родине, где ждет Господь меня. Это все прошло давно, но как дорого оно, и святая книга свет не на пути. Слово Божие храню и Спасителя люблю, по стопам Его всегда хочу идти. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Ты дороже с каждым днем и ведешь прямым путем, чудной родине, где ждет Господь меня. О, святая и живая книга Божия, люблю, люблю тебя. Дороже с каждым днем и ведешь прямым путем, чудной родине, где ждет Господь меня.